Так, отошел. Венера, 2020 год, 17 апреля, 21.08. Резкость вручную, оптимальная. 8 диафрагма. Выдержка автоматическая. Да, не получается меньше света давать. Прихожу я к выводу, что предыдущая съемка была более удачной только лишь потому, что было облачно, и эта часть света на себя забирала. Вручную пытался уменьшить выдержку до минимума 1.25. Была диафрагма при таком зуме. Меньше просто не становится. Как только увеличиваю зум, диафрагма автоматом. Давай, сейчас я зум чуть-чуть уменьшу. Сияние это явно не похоже на натуральную серп Венеры. Ну, видно там серп этот, но не фонтан. Пересвет очевидный. Ну, вот уже диафрагма 2.8 уменьшилась при зуме таком. Лады. Да. Засвет. Ладно, бог с ним.